Сегодня будем выбирать подушку. Пришли, значит, специально в торговый центр, где можно лежать на кроватях. Это первое обязательное условие. Второе – это наличие подушек, то есть их сейчас тут. Сейчас я посмотрю. Так, это матрасы. Ага, ну где-то, в общем, 10 штук разных. Это нормальный такой хороший выбор, лучше, конечно, больше. Ну, начинаем мы с... Сейчас я почитаю. Ага, 90% пуха, 10% пера. Ну, в принципе, у меня примерно такая же. Что ты там скажешь, модель? По ощущениям, она очень быстро проминается, и... но она низкая. Низкая. То есть материал тебе нравится, но она... Да, но она плохо амортизирует. Ну, так это надо материалы добавить, то есть, грубо говоря, две пересыпать или... Да. То есть мало наполнения? Да. А плотность? Плотность, по плотности она плотная. Ну, плотная в смысле тебе достаточно? Да. Ну вот сейчас мы это спорное утверждение проверим и дадим ему пух-перо. Пух-перо мягкое, но набитую да, больше. Она очень мягкая, но она прям проминается. Не хватает высоты. То есть мягкость тебя все-таки мягкость, устраивает? Да. Но итоговая высота низкая? Да. Умолчу, из какого это материала. Что скажешь? Она очень быстро проседает. Вообще нет никакой жесткости на ней. Ну, это самая стоковая, синтепоновая. То есть на материал ощущения не обманешь. Это уже приятнее. А я еще не говорил, да? Вот про это что скажешь? Она очень мягкая, удобная. Но опять же, она неудобна в шее. Переворачиваться не очень удобно. Ну, то есть ты бы ее оставил для второго слоя тестов или нет? Нет. Так, утилизируем эту подушку, ну, в смысле, возвращаем на стойку. Вот эту, синтетику? Нет. Нет. Плотное пух-перо? Да. Хорошо. Мягкое пух-перо? Нет. Нет. Ортопедическая, с непроизносимым названием и составом, зато с эффектом памяти. Что скажешь? Очень жесткая. Вообще неудобная. То есть, в принципе, нет поддержки? Нет, вообще, как, вообще нет. Как амортизации? Нет. Убираем? Да. Так, на моей памяти это уже пятое, ничего страшного. Так, не знаю состава, даже не написано. Очень жесткая. Вообще неудобная. Модель делает вид, что страдает. Убираем. Да. Ну, по углу как бы его наклона шеи так видно, что это жесть. Так, мы перемерили уже 6. И сейчас я пойду за последней парой. Но оказалось, что вот всего лишь 7-я, это из разных. Все остальные это дубляжи. Ну, как бы сами себя. То есть просто в разных местах одни и те же модели. Что скажешь, модель? Эта подушка удобная. Она прям запоминает, как ты лежишь. Память хорошая. Ну, это какой-то хай-тек из пенополиуретана с какими-то добавками. Не могу прочитать добавки. Секрет фирмы, судя по всему. Она удобная. Она в меру жесткая и мягкая. Прям средняя. То есть вот про эту вот иллюзию я хотел сказать. То есть у него, в принципе, затылок даже близко к горизонтали тела не находится, но ему кажется, что удобно. Это вот пока человек на спине лежит. Поэтому и нужен второй слой тестов. Так, забираю. Сейчас будем сортировать. Что мы оставим? Эту оставим, пух оставляем, и все, третьей даже нету. Для тестов у нас осталось две. Пух-перо. Не будем рекламировать фирму. И какая-то полная синтетика, не знаю даже состава. Пух-перо, соответственно, первое. Как ты собирался ворочаться? Сейчас я перевернусь. Ну, в принципе, если вот так вот лежать на боку, спать. Это очень удобная подушка. Типичная ошибка тестировщика. Надо поваляться не меньше минуты. Пока материал просядет. И вот мы видим, что пух, ну, как и любой естественный материал, со временем проседает еще сильнее. У него ось шеи начинает заваливаться. И ему бы вот эту надо набивать, наверное, на четверть больше. Хотя сам материал ему вроде бы комфортен. Да. Она становится... Она очень сильно проседает. То есть комфорт есть, но набивка должна быть больше. Да. Вот. Соответственно, вторую берем? Да. Или спать будешь? Вторую. Ну ладно. В тот раз, как мы помним, с этой он делал вид, что ему хорошо.
А теперь переворот. Удобно. Она не так сильно проседает, как пуховая. Она амортизирует очень хорошо. То есть про это я думал, что ему будет жестко. Но какая-то вот эта вот синтетика, секретная фирменная, она действительно хорошо проминается. Ось позвоночника в целом прямая. Да, она удобнее намного, чем предыдущая. Контр-тест меняем обратно. Да, та удобнее. Это прям проседает. Но если бы ее набили больше, то... То все равно проседает. То можно было бы выбрать эту. Ну, значит, будем набивать. Она бы держала приоритет. Плотнее. Имитируем полуторную набивку через сверхмягкую подушку внизу. Что теперь нам скажет модель? Шея не очень удобно в таком положении. То есть уже перебор? Уже перебор. И сминаемость уже не хватило. Это и конкретно удобнее спать. Ну, пока сменили, что лежать удобнее. Сменили не меньше 15 разных ощущений, хотя модели сами было меньше. И вердикт. Эта подушка самая удобная. Технологии, соответственно, победили. Вот примерно вот так вот. Я бы сказал, что это, да, подбор подушки. Конечно, лучше бы еще больше вариантов, но мы нашли только столько, сколько нашли. Берем? Да. Одобрил. Все, придется покупать.